Всем привет! Сегодня получил с почты очередной сборник «Альманах», где также опубликованы мои стихи. Особая благодарность издательскому дому. Арт-сияние. Спасибо, что собрали нас здесь всех в этом замечательном сборнике. Этот сборник приятный на ощупь. Местами даже очень жалко трогать. Приятный переплет. Сзади представлено список авторов, которые вошли в данный сборник. Я публиковался в этом сборнике под псевдонимом «Уральский солнечный романтик». Кто не знает, «Уральский солнечный романтик» — это Михаил Кононов, город Заречный, Свердловская область. Приятный переплет, качественная печать. Мои стихи представлены на странице 226. Уральский солнечный романтик. Посмотрим. 226. Так. Нашел. Так, уральский солнечный романтик, город Заречный. Небольшая информация обо мне. То есть родился 30 апреля 1985 года в городе Свердловске, ныне Екатеринбург. А сейчас мне 38 лет. Стихи пишу с 1999 года. Любое творчество нас окрыляет. Я пишу лишь то, что идет от сердца и от души. В браке есть дочка. Романтика для меня больше жизни. Тонко чувствую окружающий наш мир. Являюсь счастливым человеком на нашей обширной, красивой земле. Так, здесь представлены мои стихи. Первые осенние мотивы. Далее крошка. Дрожат угли костра. Душевное тепло. Незнакомки. И последняя, твоя улыбка. Смеялось лето, и погода пела. Красивым показался нам закат. На судьбы кораблей мечта смотрела, и расцветал души заветный сад. Ты улыбалась весело и нежно, и волос ласкал южный ветер, а время наше было бесконечно. Вдвоем мечтали только о рассвете. Есть счастье, вера есть в людей. О многих в мире сложены легенды. Вы научитесь к людям быть добрей. И не теряйте в жизни той надежды. Спасибо. До новых встреч. Всем пока-пока.